А мне, знаете, мне нравятся чисто люди, которые они открытые. Пусть будет беспонтовый, пиздец, похуй. Мне, я на это не смотрю, как на человека. Ну, как бы он ни косячил, как бы он ни разговаривал, какой бы он был ни доучка, там, ни правильный. Я вот люблю чисто вот, во-первых, добрый, чтобы для меня человек, главное, был. И честный. Похуй, как он выглядит, хоть у него там 5 ноздри, блядь, я не знаю, 3 ноги. Но вот искренность, доброта в человеке меня притягивает. Ну, вот эти вот две функции меня притягивают к людям. Вот таких людей я пиздец люблю. Не, вы представляете, сколько людям приходится тупо притворяться в жизни? Сколько вот люди притворяются? Это же нервы, во-первых. Это ты хочешь каждому, блядь, понравиться. Ты хочешь, чтобы тебя все любили, а на душе у него говнецо говнецовское. Это 100%, ребят. Когда человек открытый и живет такой, живет жизнью такой, каким он является, эту жизнь, это пиздец намного просто. И это очень комфортно для твоего тела, духа и всего остального. Я вот считаю, что каждый человек должен жить так, ну, так, как кем он является. А не вот это вот, блядь, бегать там, подлезать там, подсосать там. Ну, это для меня, ну, очень плохие люди. Я таких не люблю людей. Я люблю даже людей, которые ошибнулся, да, человек пришел, сказал, извинился, все, похуй, я простила.